Чуть более месяца в Твери на улице Левитана работает новый современный детский сад «Умка», рассчитанный на 190 мест. Здесь 8 групп, в том числе 2 ясельные. Это дошкольное учреждение открыли 1 июня. Тогда, в День защиты детей, наш город присоединился к Всероссийскому марафону открытия детских садов. Подробности прямо сейчас. Впервые в Твери детский сад «Умка» открыли вместе с 19 дошкольными учреждениями по всей стране в режиме видеоконференц-связи с участием заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой и министра просвещения Сергея Кравцова. Маленьких тверитян приветствовал глава региона Игорь Руденя. Детский сад продолжает традицию, которую мы заложили уже в небольшом прошлом. Это сотрудничество с компанией «Союз мультфильм», и детский сад получил название известного мультипликационного героя медвежонка Умки. И сегодня ребятишки приходят в этот новый красивый детский сад. Вы здесь будете большим дружным коллективом. У вас будет каждое утро желание идти в детский сад. Вот это если желание есть, значит все нормально, детский сад хороший. Если вам не хочется уходить домой после детского сада с родителями, значит детский сад просто уникальный. Большая прогулочная территория разделена вот на такие секции для каждой группы отдельно. Теневой навес, игровое оборудование, песочница. Есть все необходимое и для подвижных игр, и для развивающих занятий на свежем воздухе. Эти дети ходят в новый сад чуть более месяца, но уже вполне освоились. Развлекаемся, гуляем, веселимся. Играем в прятки, догонялки, в дочки матери и в привидения, и в жмурки. Символ сада медвежонка Умку можно найти едва ли не в каждом уголке дошкольного учреждения. Персонаж из мультфильма, который так любили советские дети, отлично знакомый маленьким тверитянам, рожденным в 21 веке. Ну, там лед и друг Мишки. А Мишка ушел от своей мамы. А потом мама Мишку нашла. Мальчик с Мишкой подружился. Умка – первый детский сад в регионе, где есть мультипликационная студия. Здесь занимаются ребята с 5 до 7 лет. С помощью специального оборудования дети создают мультфильмы не только существующими, но и со своими собственными персонажами. У нас очень много материалов, есть бумага различная, есть и синтепон, чтобы дети могли не только рисованный мультфильм сделать, а могли сделать своего персонажа и уже своего персонажа озвучить, и будет мультфильм. Самым маленьким воспитанникам сада пришелся по душе интерактивный пол. Малыши любят раскрашивать черно-белое изображение. Ведь для этого нужно всего лишь топнуть ногой. Хотя это не просто забава, но и отличный способ развития дошкольников. Например, закрепление материала после прочтения сказки. В Умке все нацелено на раннее развитие детей. Педагоги, воспитатели на занятиях применяют самые современные методики. Здесь оборудовано для этого несколько специальных студий. Это копилка, где дети могут заниматься и рисованием, и также изучают там и правила дорожного движения. То есть, ну, она как бы разные стороны всего себя включает. Всего с 2019 года, начало реализации нацпроекта «Демография», в Тверской области было построено 13 детских садов. Два из них – «Чебурашка» и «Умка» открылись в Твери.